Осмотр хода дорожных работ начался с путепровода через железную дорогу на улице Есенина. Ремонт моста обошелся областному и городскому бюджетам в 95 миллионов рублей. Подрядчик заверяет, что к 1 сентября движение транспорта будет восстановлено, ну а полностью работы завершатся к концу ноября. В этом году, конечно, беспрецедентная сумма свыше 700 миллионов рублей из всех источников. Это и федеральные, и региональные деньги, и деньги городского бюджета. Эта сумма, в два раза с лишним превышает прошлогоднюю сумму. Далее губернатор осмотрел план строительства четырехполосной автодороги от проезда Шабулина до Северной окружной. Протяженность нового участка составит более 1,5 километра. Олег Ковалев назвал проект перспективным. Дорога позволит разгрузить микрорайон Конищево. На развязку большую у нас, конечно, сил не хватит и денег. Это будет стоить очень дорого. Поэтому мы сделаем там кольцевое движение, установим светофоры, проектировщики сейчас разработают алгоритм этого всего. И в следующем году мы приступим к строительству этого участка дороги. Ориентировочная стоимость выполнения работ составит 90 миллионов рублей. Также Олег Ковалев осмотрел участок дороги от Северной окружной до улицы Бирюзова. Ремонт здесь уже завершен. Глава региона отметил работу городских властей. Они очень жестко ведут претензионную работу, и те подрядчики, которые в прошлые годы выполнили, допустим, дороги с более низким качеством, которые не выдерживают нормативного срока эксплуатации, они их заставляют переделывать за свой счет, и это тоже правильный подход. Потому что я надеюсь, что в дальнейшем таких дорог не будет, потому что и подрядчики поймут, что лучше сделать качественно и не возвращаться, чем схалтурить и потом возвращаться к этой работе и за свои деньги переделать. По мнению губернатора, сейчас необходимо обратить особое внимание на усиление безопасности северного обхода. Для этого у города есть все необходимое. Первое, что это разметка. Это качество самого дорожного покрытия. Второе – это тросовые ограждения, которые будут рассекать потоки. И даже если там у кого-то будет вынос, он будет попадать в тросовое ограждение, не будет тяжелых ДТП. И мы поставим здесь камеры, которые будут работать на среднюю скорость. Не только на скорость на этом участке, на превышение скорости, но на среднюю скорость на всем протяжении северного входа. Я дал поручение, чтобы усилили там, где есть пешеходные переходы, усилили визуальное определение, в том числе световую сигнализацию. Ну а завершился осмотр на улице Бирюзова, на которой был проведен капитальный ремонт дорожного полотна, а также выполнено переустройство теплотрассы и других инженерных коммуникаций. По словам губернатора, на этом участке дороги автомобилисты регулярно сталкиваются с проблемой пробок. И проделанная работа позволит забыть о заторах.